начинается 23-й сверхмарафон, вот только завезли очередной. Вот идем к месту сбора. Сейчас новгородцы туда подойдут, еще несколько человек. Вот так вот начинается сверхмарафон. Идем к месту старта. Анатолий Иванович нас участвует, проведет, сопровождает на велосипеде. Единственный из новгородцев. Должен еще один быть, Корядин Виктор, но почему-то его я не вижу. Реки не будет, ни на платье забыла. Вот. Файла, тогда есть. Постельная есть, не замерзнешь. Все есть, все есть. Ждем Владимира Ивановича Герасимова, обещал проводить. Ты про сумку-то не забыла? Чистенько. Нет, так не издевались. Спальник, ну, нет. Я погружу. Да, свой маршрут. Кто-нибудь про меня. Представляется начальник управления по физической культуре и спорту администрации Великого Новгорода Герасимову Владимиру Ивановичу. Добрый день, уважаемые коллеги, спортсмены. Вот этот сверхмарафон уже имеет давнюю традицию, проходит каждый год. Честно говоря, на мою бытность не помню, чтобы мы стартовали, вы стартовали вот в такую погоду. Но русские говорят, что дождь это к добру, дождь это к удаче. Поэтому надеюсь, что вот эти временные некомфортные условия все-таки не сломают вашу волю. Вы преодолеете вот эту всю дистанцию в полном составе от начала до конца, получите удовольствие и финишируете в назначенное время. Поэтому желаю вам всем легкой дороги, чтобы никто не получил травму. Ждем вас всех на финише. Удачи вам, ребят. Спасибо. Спасибо. Начинается спортивный праздник на площади Победы Софийской. Поэтому я буду там, буду вас ждать. Спасибо. 13:00 мы выбегаем на Софийскую площадь. Спасибо, что пришли. Ребят, ну, извините, чуть-чуть задержался. Ну что, удачного пути вам. Спасибо. Ну ладно. На старт. Внимание. Ура! И вот начался наш традиционный пробег вокруг озера Ильмень. Дан старт, и мы все побежали. Давай, снимай, снимай меня, я бегу. Снимай меня. Сегодня погода, конечно, не очень хорошая. Дождь идет и ожидается целый день дождь. Но я думаю, выдержим. Завтра, будем надеяться, будет погода лучше. Ну как настроение, Юра? Нормально. Ага. Хорошее настроение. Бегу. Все, дан старт. 250, ребят, 250 километров впереди, ребята, с Богом. Бежим к ленте, там первая остановка у нас. Переоденемся, в повседневную форму оденемся. Кто-то побежит в парадное, ради Бога. Ну скажи, что себя увидишь в интернете, во всем мире, тебя услышит, увидит. Привет участникам очередного традиционного забега вокруг озера Ильмень. 23-й сверхмарафон. 23-й. Офигеть. Я рад, что участвую, хотя я не зачета. Ну, спасибо, что прибежал, что встретил. Прибежал, но не побежал.
Вот наша первая остановочка около ленты. Сейчас мы переоденемся в повседневную форму и побежим. Через каждые 5 километров будет остановка. Карманы не брать! Защику как хомяки. Вот это я понимаю, стол. Да. Да. Изобилует продуктами, изобилует. Одна вкуснятина. Да. Не говори. Ну как, бежите? Ассортимент. Хорошо, прохладно, нормально. Дай мне автобус. Ну нормально, так и надо, да? Стол в машине съешь. Как, Александр, как идет это самое? Дюшес, дюшес. Дюшес я уже побил, тоже пробил. Такой, как в Киргизии или лучше? Нет, там лучше. Там жарче было. Там было намного лучше дюшес. Какой-то был такой более газированный, более сладкий. Тот самый, а это не тот самый, да? Это уже не тот. Так, попейте, ребята, водички. Надо и мне попить, пожалуйста. Никак не научить Дену Логвиненко, опять убежал. Без спроса. Там это самое, напиток-то еще рано, да, говорят? Ну, с этими самыми. С лимоном? С лимоном, да. Да? Где Коротков? Туалет пошел. А, туалет пошел. Клеишься? Да, напиток, лимонный напиток, как ты думаешь, еще рановато подавать на стол? Ну, конечно. Это третий день. Не за третий день он забродит, там градусы уже будут. Ты чего? Да, конечно, будет то, что надо. Да? Конечно. Тогда подождем. Вот когда можно сахаром, выбежим, а лимон с сахаром. Лимон с сахаром, да. Да. Он сам себя кристаллизует. Да не скажи, он забродит, если его не пить. О, будем как пить. Вкусно будет. Мы такое еще не будем не пили. Попробуем. Я думаю, все. Александр Белофор. Ну вот пробежали километров, наверное, да, около 20, четвертый пит-стоп, 19 километров. Перекус традиционный, изобилие пока все есть, есть, знаете, вон, вот, просто изобилие. Ну, витаминов. Даже смотри, конфеты, шоколад. Изюм в шоколаде, да? Или что это? Это оранжевый. Дашинска, 15 километров. Еда. Да. Это лидеры, лидеры. Третьи лидеры. Юра Иванов, Санкт-Петербург. Москва. А вот основная группа. А вот наша героиня Вера. Еще один этап. Хорошо,
Ну чего вы, баня стынет, ребята. Побежали, бежим, финишируем, красиво, красиво финишируем, да. Да, вот они, первые лидеры. Да. Все, ребята, поздравляю с окончанием первого этапа, первого дня. Спасибо вам тоже. И вам того же. В городе Шимске мы пообедали. Обед завершился, и вот мы сейчас идем к месту старта, к мосту, чтобы завершить сегодняшний день. Еще 17 километров там надо нам пробежать, и план будет выполнен на один день. Ну вот дан старт второму этапу первого дня. Еще 17 километров бежали до озера Ильмень, до деревни Коростынь. Вот наша дружная группа. Еще часа два бега. И мы сегодня закончим первый день. Юра Иванов, Санкт-Петербург. Ты что, не как первый? А, нет, не первый. Красиво бежит эта группа в разноцветных удивленных футболках. Удивленных футболках. Вот она. Дождик такой. Надо от дождя убегать. Он краешком задевает нас. От дождя убегал, все равно. Догнал. А что ты такой? Дождь быстрее у тебя, значит, да? Вот мы уже подбегаем к деревне Коростынь, где будет финиш нашего первого дня. Каждый год, бегая примерно в одно и то же время, мы прибегаем в деревню, и в ней уже отцвела сирень, практически отцвела. Так получается, что мы не успеваем к самому цвету. Но в этом году была поздняя весна, соответственно, холодное лето. Я надеюсь, сейчас в деревне будет очень много красивой сирени. Она и славится, в общем-то, тем, что ее очень много. Это не женщина, это дьявол. Короче, нам там плывут. За 100 долларов. Нет, за 200, нет. За 10, за 1000, нет. За 10 тысяч. Не все продается такое. И вот действительно, видите, вот на сирень, кусты сирени растут. В фильме запах сирени не передать, но представьте себе, что она очень-очень-очень, запах у нее такой. Белая сирень. Сиреневая сирень. Вон какие кусты.
во дворах у людей, по дороге. Прелесть, смотрите, какая. Вот, в самом соку сирень. Вкусно. Удачно мы в этом году к вам забежали. Успели на сирень? Да, каждый год. Но мы не успеваем, мы поздно прибегаем. Высокая вода в этом году на Ильмени. Травы нет, не видно. Раньше была трава. Последние два года. Ключевая водичка. Ну вот у нас завершился первый день нашего пути. Мы сейчас пришли к озеру Ильмень, который мы видим за все время пробега только один раз. И традиционно мы в нем всегда купаемся. Вот мы искупались в озере Ильмень. Сейчас возвращаемся в наш дом, где мы сегодня ночевать. Сейчас будем ужинать, потом ночевать. Отличная погода. Сегодня весь день шел дождь. Практически весь день шел дождь. Но под конец дождь закончился. И вот солнце, тихая погода, облака, конечно, есть на небе, но очень все здорово. Красивое озеро, красивые облака. Вот там ребята пошли домой. Вот мы сейчас собрались машины, на старт второго дня нашего путешествия. Сейчас Сережа нам даст официальный старт, и мы побежим. Так, ребята, минуточку внимания. Я вас всех поздравляю с началом второго трудового дня. Сегодня достаточно тяжелый день. Первый этап до Старой Русы, 31 километр. Там нас ждет баня, обед. А потом немножко надо поработать. 43 километра, чуть больше марафона. За 4 километра я больше для тех, кто первый раз. Я повторяю это из года в год. Через 4 километра будет живой источник. Попьем водички. Там очень хорошая целебная водичка. Побежим дальше. Первая остановка около живого источника. Там машина будет? Там машина будет, да. И про танк. И рыбу. И еще про танк. Про танк. Значит, танк на 40, где-то 6-м километре. На 46-м километре или на 45-м. Танк не пробегать. Слева, около, слева. Около танка собираемся вместе. Берем парадные футболочки. И одной командой, не обгоняя друг друга, идем, бежим к бане. Так, минуточку внимания. Этот этап нас любезно согласилась сопроводить девушка, местная девушка. Она хочет бежать до Старой Русы. Пожалуйста, представьтесь. Представьтесь. Как зовут? Меня Кристина. Кристина? А из Новгорода сама, да? Нет, отсюда. Отсюда? Да. Местная Коростынская. Ну, может быть, понравится, мы, может, побежим и дальше. Серёжа, а ты говоришь, что на Новгородской земле больше нет бегающих женщин. Ну, это на Новгородской, она, видишь, она...
отсюда. Так что мы очень рады этому. Я очень рада. Так, все готовы, да? Ну что, пятерочка пошла отмерять отсюда. Эй, до свидания. На старт. Внимание. Внимание, команда была. Марш. Ура! Все, с Богом, ребята. Погода прекрасная, настроение отличное, свежим. Не молчите, что-нибудь говорите вообще. Какие-нибудь возгласы, крики, междометия, что-нибудь, междометия какие-нибудь. Мы вроде еще что-то можем. Вот наша футболочка. Так выглядит вид сзади. По святой Руси! Вот они, герои трассы, герои светмарафона. К нам присоединилась девочка красивая. На, налево, налево всем. Обязательно попить водички надо. Это придаст силы. Мы добежали до святого источника. Здесь мы каждый год традиционно останавливаемся и делаем омовение. И пьем воду. Прозрачная, чистая. Вкусная? Да. Да. А вот Российская. Тут был недалеко асфальтовый заводик, я не знаю, его закрыли, нет? Он все время дымил рядышком. Да, да, да. Да, это такой природе асфальтовый завод. Точно, сейчас я дыма не вижу. Пошли, пошли машины. Ой. Вот сюда остановись. Надо, чтобы ты тоже там где-то фигурировал. А то не поверил, что ты тоже бежал. Скажут, да. Паш скажет, а ты бежал, да? Где ж ты у танка? Ну ладно, вот мы, традиционное было фотографирование около танка. Сейчас мы побежим в Старую Русу. Где-то 4,5 километра до бани, до башни, до центральной. До бани, да. Не вижу колонны, да не вижу по 3 человека. Да мы никто не служил. Так, ну что, впереди 5 километров, впереди баня у нас. Даже может быть меньше 5 километров. Так что совсем чуть-чуть осталось. Бежим в баню. Короче. Сразу в баню. Это радует, да. Да. Нет, сначала мы должны добежать до башни. До башни, если она огорожена. Может быть. А чего она огорожена? А там реставрационные работы ведутся большие. Да. А забором, может быть, найдем. Если найдем лазейку, значит проскочим. Да. А, там закрыто. Да. Внимание. Конечно, конечно, не спишь, и очень медленно. Медленно? Бежит. Совсем хорошо. Сейчас хорошо, на финиш бежал. Зачем мы финишировали так рано? Бежали, побежали до бани бы. Вот так вот красивые кадры получаются, вот когда бегают. Будем надеяться. Да.
Так материал там. Ой, ой. Осторожно. Сто метров до финиша. До забора, да? До забора, да. Сто метров осталось. Вот осталось буквально 100 метров, и будет финиш нашего сегодняшнего этапа. Как же так? А как же коснуться до башни, сюда касались? Так, ну что вам сказать, ребята? Я поражаюсь вашим мужеством и героизмом. Конечно, впереди марафон, даже чуть побольше. Я понимаю, что после обеда сытного, после бани тяжело бежать. Ну, давайте, наберемся мужества. Без бани, без обеда было бы тяжелее. Да? А, так, даже так, да? Ну, я понимаю, что вместо того, чтобы отдохнуть сейчас, поспать бы, надо бежать 43 километра. Но, тем не менее, надо бежать. Никуда не денешься. Макароны с сыром вечером. Да. Вечером сыр, макароны, все будет. Но это вечером. А музыка будет? И музыка будет, да. Да. Предлагаю русские романсы. Видишь, что? Все вопросы задают, лишь бы не бежать, все вопросы задают. Ну что, все готовы? Все? Ну давайте, ребята, с Богом. Ну, на старт, внимание, марш. Да. Итак, начался у нас старт самого сложного этапа. Вторая половина второго дня. Предстоит проезжать там 43 километра до села Пола. Так, ребята, ну я вас поздравляю с третьим трудовым днем. Сегодня день, я считаю, самый легкий. Предпраздничный. Предпраздничный, да. 16 градусов. Легкий, потому что преодолеваем 60 километров за три этапа. Первая остановка на 24 километре. Это особо для новичков касается. То есть мы не добегаем до 24 километра, а буквально там... Стоп, да. 50 метров, да. И справа будет такая полянка, скошенная трава, колодец. Колодец. Колодец и беседка. Скошенная, может, там вообще заросли. Скошенная. Я с 7-го, мы ездили, скосили, да. Что, сами косили? Да, конечно, мы готовили. Мы уже третий год готовим трассу. Проезжаем и готовим трассу. Как смерть с косой ходит. Так, ну что, все. 9 часов. Ура! Ну, на старт, внимание, марш. Ну, все, ребята, с Богом. Сейчас дайте спутник поймать. Покидаем эту полянку. Первая остановка третьего дня. До старта буквально 1 минута. Так, минутная готовность. Этот остался старый, а это менял. Все готовы? Ну что, впереди 22 километра. И будем делать обед. Отдыхать там. Часика полтора отдохнем. И останется всего 14 километров. А там нас ждет баня. Святое дело. Так, на старт, внимание, марш. Вторая наша стояночка третьего дня. 14 километров до Подлитовья. Дима отдыхает.
Многие задирают. Кончилась вода, так что чай мы не будем пить. Это первое. Я сам нет-нет, да пошучу. Но это не смешно, ты чё? Воды нет? Ладно, переживем, не такое переживали. Вот наша жизнь такая. И что у нас там будет там? Тебе надо заглянуть в Google. А, щи. И посмотреть. Что, ребята? Я здесь уже, я здесь. Да. Осторожно, сзади машины. Еще немного, и мы у цели. Осталось 14 километров. Или 13 с половиной? 14. 14. 14 километров. Какой стоп? 15. 15. А там 13. Там, там два. 13 километров. 13 километров, да. Мы же там еще дальше пойдем. Да, ну там ерунда уже. Это больше радует, значит. 13 километров. 13 километров. И баня нас сегодня ждет. Да, через дорогу раздевалка. Ну да. В которой будем спать. Как через дорогу, все. Так, все готовы, да? Мы бодры. На старт. Внимание. Марш. Все, ребята, с Богом. Там. Вот это я понял. Вот начался последний этап сегодняшнего, третьего дня пути. 13 километров нам пробежать, и будет баня, и будет все хорошо. Всем хорошо будет. Все хорошо. Да, баня будет, все хорошо будет. Сейчас пробежу. Остатки. Да. Так, ну что, ребята, поздравляю. Нас мало. Вот, нет, сейчас еще Петко подойдет. А, Вера еще, да. Вера. Сегодня четвертый день трудовой. Последний нашего путешествия, пробега. Впереди 54 километра. Все готовы на старт. Внимание, марш. Ура. Ура. Что, у нас так мало, что ли? Мало-мало, да. Мало, уже, да. Офигеть можно. Что делать? Так несутся, что не успеть за ними. Итак, круг почти замкнулся. Осталось 5 километров. Мы у танка, у синего моста. Ура. Вот приближается основная группа. Самая сильная, самая мощная. Ура! Черничка и яблочко свое. Герои трассы. Поздравляю. Давай. Не добавили. Саня, привет. Финиширует еще один участник. Дмитрий Михайлов, Санкт-Петербург. В узком кругу Димон. Молодец. Дай пожать твою руку, мужественную. Приближается еще одна группа участников пробега. Thank you.
все ближе и ближе. Молодцы. Спасибо. Поздравляю вас. Ну чего, все готовы? В колонну пода стали? Не вижу. Разбились все. В Старой Руси быстро вставали. 4 дня. Так, ну чего? Так. 50 минут на все про все. Все, ребята, последний этап. Замыкаем круг. 5 километров осталось. Финиш на Софийской площади. На старт. Внимание. Марш. Давай, ощути страдания и боль. Да чего кадры красивые получаются вот так. Великолепно. На финише 300 метров. Молодец, Сережа, молодец. Тихо. Осталось буквально метров 200 до финиша. Придумай, ты очень гений, ведь ты же можешь придумать что-нибудь. Наша велосипедная группа, группа поддержки. Креативная поза. Такого еще не было у нас. Нифига не буду их брать. До финиша 100 метров. 100 метров до финиша. Кольцо замыкается. Все, ребята, вот это финиш. Мы замкнули круг. Мы замкнули круг. Я вас всех поздравляю. Привет, Туля. Саня, привет. Что? Никто нас не встречает, да? Вероника Минина. А здесь все закончилось. Официальное мероприятие. Это машина? Все, спасибо. Спасибо. Очки сними, а то тебя не узнать. Спасибо группе поддержки. Все, ребята, поздравляю. Спасибо. Спасибо вам, что не забываете, поддерживаете. В этом мире не теряйся. Саня, спасибо тебе. Особо. Как, вы же не заявили в этом году? Валентин. Спасибо. Все здорово. Родина 250 километров. Вот они, герои трассы. Молодцы. Круг замкнулся. Мы финишировали на площади. За 3,5 дня пробежали 250 километров. Все. Теперь до следующего года.